Здравствуйте, я Дерек Уокер, пастор Библейской церкви в Оксфорде. Мы продолжаем серию программ под названием «Крещение в Святой Дух». Мы уже говорили о том, что есть два этапа получения Святого Духа. Во-первых, мы крестимся во Христа и получаем Духа, который обитает внутри нас. Он дан нам для нашей собственной святости и благословения. Но еще одно событие после спасения, которое называется крещение во Святой Дух, это когда Дух сходит на нас, облекая нас своей силой для того, чтобы свидетельствовать о Христе и служить. Обещание Духа еще называют благословением Авраама. Благословение Авраама состояло из двух частей. Бог сказал, «Я благословлю тебя, и сделаю тебя благословением». Итак, первая часть благословения — это Дух Божий в нас. Он соединяет нас с Богом. А вторая часть благословения Авраама заключается в том, что мы благословлены, чтобы быть благословением. Мы получили силу производить себе подобных, вкладывать жизнь в других людей. Мы делаем это через проповедь Евангелия, а также через силу Святого Духа. Поэтому нам нужен Дух не только внутри, но и на нас. И как мы и говорили, Иисус является главным тому примером. Он родился от Духа, и Дух Святой всегда был внутри него. Благодаря этому он прожил идеальную, святую жизнь перед Богом. Но чудеса он начал совершать только тогда, когда Дух Святой сошел на него. Когда Дух Святой сошел на него, он не стал лучше как человек. Крещение во Святой Дух не делает вас лучшим христианином. Для этого вы имеете дух внутри. Но крещение во Святой Дух наделяет вас силой. Дух Святой сходит на вас и обликает вас в силу ради выполнения вашего служения. Так и Иисус. Он имел дух внутри, но ему нужно было, чтобы Дух Святой сошел еще и и на Него, чтобы Он мог исполнить свое служение. Мы определились, что крещение Иисуса во Святой Дух — это пример или шаблон для нашего с вами крещения в Дух. Он уже имел Духа внутри, причем от самого рождения. Но затем, когда ему было 30 лет, Дух Святой сошел на него и облег его силой для служения. Так же и мы имеем Духа внутри от момента нашего рождения свыше. Но нам все еще нужен Дух Божий на нас, чтобы Он облег и помазал нас силой, чтобы мы стали свидетелями и исполнили великое поручение. Подтверждение этого мы видим в словах самого Иисуса, когда Он описывал свое крещение во Святой Дух. Ему подали свиток пророка Исаия. Он развернул его и нашел место, где было написано. Затем он стал читать пророчество Исаия о Мессии, а затем сказал, что это пророчество о нем. Он сказал, Дух Господа на мне, потому что он помазал меня возвещать бедным радостную весть. Он послал меня провозглашать пленником свободу. Прозрение слепым освободить угнетенных, возвещать год Господней милости. Иисус свернул свиток, отдал его служителю и сел. Глаза всех в синагоге были прикованы к нему. Он начал говорить, «Сегодня, когда вы слушали, исполнились эти слова Писания». Речь об отрывке из Исаии. Это 61 глава, 1 и 2 стихи. Иными словами, он говорит, «Это пророчество о Мессии, а я и есть Мессия. Оно исполнилось в моей жизни во время моего крещения». Я был помазан силой Святого Духа. Дух Божий на мне, и Он послал меня. То есть я был уполномочен исполнить эту миссию на земле. И я получил для этого силу. А вот что такое крещение во Святой Дух, которое принес нам Иисус. В Евангелии от Луки 4 главе Иисус говорит, что Дух сошел на Него и помазал Его, наделив Его силой для проповеди, исцеление и освобождение угнетенных. Он также заявил, что Дух сошел на Него и остался на Нем, а это означает, что сила Божия была на Нем в тот самый момент, и Он мог исцелять и освобождать их. Но им нужно было поверить, чтобы получить эту силу. А когда мы принимаем крещение во Святой Дух, сила тоже остается на нас. Она может быть пассивной, и нам нужно ее активизировать, но она никуда не девается с того момента, как мы получили ее во время крещения во Святой Дух. Пророчество из Исаии — это лишь одно из многих пророчеств о Мессии, и о том, что на нем будет Дух Божий, давая ему сверхъестественную силу. Еще один пример из Исаии — это 11 глава, 2 стих. «И почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух видения и благочестия, и страхом Господним исполнится. А вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу Дух мой на него, и возвестит народом суд или праведность. То есть он принесет Евангелие и расскажет, как прийти в правильные отношения с Богом. Это помазание Духа для служения. Иисус показал двухэтапное принятие Духа не только на примере своей жизни, но и в своем учении. Это видно из двух мест Писания, где он сравнивает Дух с живой водой. Во-первых, когда Иисус проповедовал Евангелие Самаринке, Он рассказал ей о Духе, обитающем внутри после принятия спасения. Иисус сказал ей, «Если бы ты знала о даре Божьем и о том, кто просит у тебя напиться, ты бы сама попросила Его, и Он дал бы тебе живой воды или Духа Святого». Новое рождение можно получить, просто попросив об этом, но для этого нужно прийти к Иисусу. Кто пьет эту воду, тот опять захочет пить. Тот же, кто пьет воду, которую я дам ему, никогда больше не будет мучим жаждой. Вода, которую я ему дам, станет в нем источником, текущим вечную жизнь. То есть, когда мы принимаем Христа, его Дух входит в наш Дух и живет в нем вечно. Он передает нашему Духу силу воскресения Христа, дает нам вечную жизнь. Наш Дух возрождается и изменяется в образ Божий. И Дух Святой навечно поселяется в нашем Духе, Иисус говорил, когда мы принимаем внутрь себя эту живую воду, она превращается внутри нас в фонтан или источник благословений и вечной жизни. Вот как действует Дух внутри нас. Это описание спасения и рождения свыше. Но позже в Евангелии от Иоанна 7 главе Иисус описывает другое действие Духа. Он снова говорит, что принятие Духа похоже на живую воду. Но в этот раз Он не ограничивается только принятием Духа внутрь. Он говорит также о том, что дух может быть и на нас, и течь из нас в мир, как живая вода. Иисус встал и громко возгласил, ⁇ Кто хочет пить, пусть приходит ко мне и пьет, то есть примите духа внутрь, кто верит в меня, или кто уже принял духа внутрь, как говорит Писание, у того из сердца потекут реки живой воды. ⁇ то есть речь о духе, который течет из верующего человека в этот мир это описание Духа на человеке. Дух, который внутри нас, желает соединять нас с Богом. А еще он желает течь из нас, проявляя через нас силу Божию. Иисус сказал, что Дух внутри доступен всем жаждущим, всем желающим. Так звучит Евангелие. «Кто хочет пить, пусть приходит ко мне и пьет». Затем он говорит, что Дух, наделяющий силы для служения, доступен всем, кто верит и принимает его. «Кто верит в Меня, у того и сердцем потекут реки живой воды». Иными словами, так мы станем каналом благословения для других. Затем Иоанн уточняет что живая вода, которую мы можем иметь внутри и на нас, это Дух Святой, и это обещание о Духе Святом начинает действовать только после смерти и воскресения Иисуса Христа. Иисус имел в виду Духа, которого поверившие в Него должны были позже получить. Дух еще не был дан верующим, так как Иисус еще не был прославлен. В Ветхом Завете до воскресения Иисуса никто не мог родиться свыше или иметь Духа внутри себя. Это стало доступным только в Новом Завете, который был заключен на крови Христа. В своей кровью Иисус заплатил за благословение Духа. А после воскресения Он получил Духа для нас, а потом излил его на нас. Поэтому теперь мы можем иметь духа внутри и на нас. Но это стало возможным лишь тогда, когда Он был прославлен. То есть, когда Он пошел к Отцу и получил всю власть и силу. На Ветхом Завете Дух Божий сходил на некоторых пророков, священников и царей. Но Он был на них не всегда. И Он не был доступен всем верующим. Но в Новом Завете Дух Божий может сходить на всех верующих и быть на них на постоянной основе. Бог не забирает его. Теперь, когда Христос уже прославлен, мы имеем свободный доступ к Его Духу, чтобы иметь Его как внутри, так и на нас. Почему в Новом Завете Дух сходит на нас навсегда? Потому что Дух внутри нас навсегда, и когда Он сходит на нас, то тоже остается навсегда. Дух еще не был дан верующим, так как Иисус еще не был прославлен. Но Иисус уже прославлен. А значит, Дух Святой уже дан нам. Мы можем получить его. Но только нужно поверить и подчиниться Духу Божьему. Итак, мы видим двухэтапное принятие Духа в учениях Иисуса. Об этом также сказано в Евангелии от Луки 11 главе 9 стихе. Поэтому я говорю вам, просите и вам дадут. Ищите и найдете. Стучите и вам откроют. Потому что каждый, кто просит, получает, и кто ищет, находит. И тому, кто стучит, откроют. Есть ли среди вас такой отец, который даст своему сыну змею, когда тот попросит рыбы? Или если тот попросит яйцо, даст ему скорпион. Если вы, будучи злы, умеете давать своим детям благие дары, то тем более Небесный Отец даст Святого Духа тем, кто просит у Него. Обратите внимание, что здесь идет речь о детях Божьих. Бог их Отец, но при этом Иисус призывает их просить о Духе Святом. Очевидно, что они еще не получили всю полноту Духа. Они дети Божии, но Иисус говорит, что они могут попросить, Отец даст им Святого Духа. В Евангелиях мы видим, что незадолго до Своей смерти Иисус готовил Своих учеников к рождению свыше и принятию Духа внутрь. Все должно происходить именно в таком порядке. Затем мы видим, что после того, как они приняли Духа внутрь себя, это было в день воскресения Иисуса, в следующие 40 дней до Своего Вознесения, Иисус готовил их к принятию Духа на них. И это произошло в день Пятидесятницы. Итак, мы видим, что вначале Иисус учил о том, чтобы принять Духа внутрь, то есть о рождении свыше. Например, об этом сказано в Евангелии от Иоанна 3 главе. Там Иисус говорит о рождении свыше и о том, что Дух Святой дает нам вечную жизнь. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 3 стих. Иисус сказал ему в ответ, «Истина, истина, говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Истина, истина, говорю тебе, если кто не родится от воды, речь о водах в утробе матери, то есть о естественном рождении, и Духа не может войти в Царствие Божие. То есть, пока вы не рождены свыше, вы находитесь вне Царства Божьего. Рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от Духа есть Дух. То есть, Дух Святой делает так, что мы рождаемся свыше. Он перерождает наш Дух, и мы возрождаемся. Аллилуйя! Итак, рождение свыше — это перерождение человеческого духа, который был мертвым для Бога из-за греха. А теперь рождение свыше снова соединяет нас с Богом, и Дух Божий вводит нас в Царство Божие. Поэтому Иисус говорит, «Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». Это повеление Затем Иисус говорит, что это работа Святого Духа, которого Он сравнивает с ветром. Кстати, на иврите и на греческом ветер... Дыхание и дух ⁇ это одно и то же слово. Иисус продолжает. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от духа. Что он имеет в виду? Дух, как и ветер, невидим но очень силен. Он способен на великие вещи, как, к примеру, наше возрождение. Затем Никодим спрашивает Иисуса, как же это возможно? Как это может произойти? И Иисус отвечает на этот вопрос известными нам словами из Евангелия от Иоанна 3,16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного на смерть на кресте, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел внутри себя жизнь вечную. Когда кто-то верит в Иисуса как в Сына Божьего, который умер за нас и воскрес, тогда Дух Святой входит в Дух этого человека и вкладывает в Него вечную жизнь Христа. Так человек рождается свыше. А во время последней вечери Иисус добавил, что во время рождения свыше Дух Божий входит внутрь нас и селится в нашем перерожденном Духе навсегда. Эта связь между рождением свыше и Духом, обитающим внутри нас, описана Иисусом в Евангелии от Марка. Он сказал, «Никто не вливает вина молодого» — молодое вино — это Дух Святой — «в мехи ветхие или в старый мертвый дух. Иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут». То есть наш старый дух — не мог вместить Святого Духа, но вино молодое надо обновлять в мехи новые, или обновленные. Иными словами, вначале Богу нужно заменить наши старые мехи на новые, и тогда Он уже сможет влить новое вино Своего Духа внутрь нас. Итак, перед тем, как Дух Божий сможет поселиться в человеке, Его Дух должен обновиться. Только тогда он сможет вместить Дух Божий. Как в те времена обновляли старые мехи, их натирали маслом. Это делало их гибкими и способными принимать новое вино. Так и во время нового рождения еле духа втирается в наш дух, и внутри нас начинает обитать Дух Божий. Это делает наш Дух свежим и совершенным, способным принять Дух Божий навсегда. Вот что такое новое вино от Бога. Слава Богу! Еще один интересный стих ⁇ это Иоанна 14.12. Истинным истинно говорю вам, верующие в меня дела, которые творю я, и он сотворит и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду». Какими были дела Иисуса? Он учил, проповедовал, исцелял, освобождал и творил другие чудеса. Мы призваны делать то же, но еще и дела, которые больше этих. Людям сложно это принять, потому что как же мы можем переплюнуть Иисуса? Очевидно, что мы не способны на большие чудеса и исцеления. Тогда что же это за большие дела, которым призван каждый верующий? На это есть только один ответ — помогать людям рождаться свыше и креститься во Святой Дух. Почему это больше того, что делал Иисус? Потому что Иисус не мог этого делать. Он не мог приводить людей к рождению свыше потому что до креста это было еще недоступно. Но теперь, когда Иисус умер и воскрес из мертвых, а также установил Новый Завет, стали возможными такие великие чудеса, как рождение свыше и крещение во Святой Дух. То есть мы способны на более великие дела. Когда вы приводите кого-то к ко спасению, это куда больше, чем исцеление. Это тоже хорошо, но мы призваны к большему. А вот какую разницу принесли нам смерть и воскресение Иисуса. Итак, эти великие дела возможны, когда мы молимся за людей и делимся с ними Словом Божьим. Рождение свыше – это нечто новое, что появилось лишь в Новом Завете. Иисус говорил о Духе Божьем внутри нас и в 16 стихе. «Я умолю Отца и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек». «Другого» – это слово «аллас», что означает «другой, но такого же типа». Такого же типа, как Иисус. Иными словами, Он такой же, как Иисус. Это говорит нам о том, что Он – Личность, а не сила или оно, а еще он Бог, как и Иисус, то есть он божественная личность, данная нам. В следующем стихе Иисус уточняет Духа и истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Громкое заявление. Он уже пребывал с ними, потому что он был внутри Иисуса и на Иисусе. Поэтому они уже были с ним знакомы, если можно так сказать. Но Иисус говорит, в Новом Завете он будет в вас. Дух Святой будет в нас. Поэтому Библия говорит, что мы ⁇ храм Святого Духа. Дух Святой живет в нас. Слава Богу. Иисус также говорит, что Дух поселится в нас навсегда. Затем в своем учении в Евангелии от Иоанна, 14 главе, 16 стихе, Иисус рассказывает о том, как Дух Божий поселится в нас и будет соединять нас с Богом. Он наш помощник, учитель и проводник, прославляющий Иисуса в нас и через нас. Он открывает и передает нам все Божьи благословения. Еще Иисус сказал, что Дух Божий будет действовать через нас, дабы прославлять Иисуса в мире и обличать мир в грехе, праведности и суде. Так Иисус готовил их к принятию Духа внутрь. А в утро воскресения, где-то между 8 и 9 утра, Иисус вознесся на небо. Многие люди считают, что он вознесся только спустя 40 дней, но первое и самое важное вознесение было в утро его воскресения. Он вознесся на небо и вскоре вернулся на землю, являясь своим ученикам в течение 40 дней до своего финального вознесения. И сегодня и в следующий раз мы рассмотрим четыре причины первого вознесения Христа. Во-первых, своим вознесением он должен был исполнить праздник первых плодов. Во-вторых, он должен был принести свою кровь в святое святых на небесах. И он не ждал 40 дней, чтобы сделать это. В-третьих, ему нужно было бы принять всю власть на небе и на земле. Он должен был сделать это до своего финального вознесения, потому что в течение сорока дней на земле он заявлял, что уже имеет всю власть на небе и на земле. В книге Даниила седьмой главе сказано, что он должен был предстать перед Божиим престолом, чтобы получить эту власть. И в четвертых он должен был вознестись, чтобы получить Духа Святого для нас. Он должен был сделать это в утро своего воскресения, потому что вечером того же дня он уже передал Духа Святого своим ученикам. Это означает, что он должен был уже вознестись и принять Святого Духа. А еще он объявил о своем вознесении первому свидетелю своего воскресения Марии Магдалине. Кстати, она была единственной, кто видел его до его первого вознесения. И он явился ей в тот момент специально, чтобы сообщить нам об этом вознесении. Когда Иисус явился Марии у пустого гроба, он сказал ей ⁇ Мария ⁇ Она повернулась к нему. И воскликнула на еврейском языке ⁇ Рабуни ⁇ что значит ⁇ Учитель мой ⁇ Иисус сказал ⁇ Не удерживай меня, или не прикасайся ко мне ⁇ потому что я еще не поднимался к Отцу. «Пойди лучше к моим братьям и скажи им, я поднимаюсь к моему отцу». Настоящее время. То есть он был в процессе вознесения. «Я поднимаюсь к моему отцу и к вашему отцу, к моему Богу и к вашему Богу». Это очень важные слова. Заметьте, что он в настоящем времени говорит ⁇ Я поднимаюсь ⁇ Он не сказал ⁇ Я поднимусь через 40 дней ⁇ Было бы странно, если бы он не позволил Марии прикоснуться к нему, потому что он должен был вознестись через 40 дней. Это не имело бы никакого смысла. Он возносился в тот самый момент для определенной цели, и поэтому Мария не могла к нему прикоснуться. Детальнее мы поговорим об этом в следующий раз. Любопытно, что позже... После своего вознесения он встретился с другими женщинами, и они прикасались к нему. Вдруг их встретил сам Иисус. Приветствую вас, сказал он. Они подошли, обняли его ноги и поклонились ему. То есть они сделали то, что Иисус не разрешил сделать Марии. То есть в промежутке между двумя этими случаями что-то произошло. Иисус должен был подняться к Отцу, чтобы представить свою кровь в Святом Святых, на небесах, и чтобы представить себя как первый плод среди мертвых. Первые плоды это приношение Богу. Иисус умер на Пасху, чтобы исполнить Пасху, и воскрес на праздник первых плодов, чтобы исполнить Его. В этот праздник первые плоды урожая приносились Богу. Ими махали перед Богом, и Бог принимал их от имени всего урожая. Следовательно, Иисус тоже должен был принести себя Богу как первый плод. И Бог принял его от нашего имени. Это означает, что теперь Божие благословение может прийти на нас. А поскольку это было приношение для Бога, Мария не могла прикасаться к Нему, пока Он не был полностью принесен Богу. Поэтому Он и сказал Марии, «Не прикасайся ко Мне. У Меня еще есть дело. Я поднимаюсь к Отцу». А когда Он вернулся, то позволил ученикам прикоснуться к Нему. Об этом вознесении мы поговорим в следующий раз, потому что оно очень важное, но зачастую недопонятое. Мы будем рады видеть вас у нас в гостях. Наши служения проходят каждое воскресенье в 11 утра и в 6 вечера в Чейни Скул Холл, Хэддингтон, Оксфорд.